Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала. С вами голос клана Клан, мистер Саныч 7, 7, то есть бессменный комментатор наших роликов и реплеев. Сегодня у нас еще одно видео, от прекрасного подводника. Всего он их прислал 5. Это Тини Тун. Тини Тун, вот именно так. Тини Тун читается его ник, который вы видите. Вот сейчас смотрим, ребята. Что у нас вот снизу? Тини Тун, а справа у нас тоже какой-то подводник. По крайней мере, как я понимаю, начинающий. Я плохо в этих знаю, только там, где такая страшная морда. Ой, прости, господи. В общем, короче, тот, который темный. Которые за 80 постоянного, тысяч постоянного урона дают. Ну, Тини Тун так, по-скромненькому. Что мы тут имеем? Здесь отрядов нету в нашем, в нашей команде, в моей команде, буду так говорить. Там один отряд, Ямато и Минотаур. По традиции подводная лодка... Блядь, что ж я направо-то не посмотрел, господи, блядь. Это же... Ой, это же сопровождение дирижабелей, блядь. Что мне стоило вначале посмотреть сюда, блядь? Ну вот, как обычно, комментирую с чистого листа, что называется. Сижу вместе с вами и начинаю смотреть. И, блядь, что ж я не посмотрел-то, я даже не знаю, блядь. Ну, вот какое-то вот отторжение у меня на этот вид боя. Тини Тун просто идет вперед, немного подышал и снова погрузился. Но здесь у него такой поддержки нету, как в предыдущем бою. Хотя вот прям жирненькие такие ребятки к нам подтягиваются, в смысле к нему. Прям такие хорошие, да. Я уже говорил в предыдущем ролике, это новый цикл. Мы начинаем принимать подписки от любого, кто нам их... Ой, в смысле подписки, чур меня оговорился, реплеи. От любого желающего, от тогда, опа-на, опа-на, 2501. От любого желающего, кто нам его хочет прислать. Связаться можно с нами в Ютубе, связаться можно... в игровых чатах, найти меня по моему нику в игре. Так, торпеды ушли. Я подозреваю, что все-таки, наверное, на Бургундию, хотя ее не видно. Все-таки выбор пал на Ямато. Хотя, очень неплохой вариант. Может быть, по дороге зацепим еще и Бургундию. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Замысел неплох. Так вот, за реплей, дорогие друзья, найти нас можно в игре, найти здесь на Ютубе, найти можно, ну, наверное, в Дискорде, кому надо. Интересно, я пришлю свой Дискорд. Пишите, звоните, связывайтесь. Будут хорошие бои, если кому интересно, присылайте. С удовольствием возьмем в работу. Потрачу как минимум от 20 минут своего драгоценного времени. Прокомментирую, покажем людям. Если бой красивый, ну, блин, отдельное спасибо. Отдельное и большое спасибо, потому что, ну, игра красивая, игра очень интересная, по крайней мере, с моей колокольни. Игра, как бы, ну, вы видите, вы все это видите. В чате, в чатах, вернее, в комментариях под Ютубом часто вижу, опа, а я такую игру и не знал. Вот, да, посмотрите, кто не верит. Опа, такая игра есть. Вот, а что-то новое. Вот прям откровенные такие комментарии. Люди на YouTube и просмотры на YouTube для некоторых людей. Наша игра — это прям вот откровение, что да, есть такая игра. Я сам уже рассказывал, где раз посмотрите. Есть уже 4 ролика, как я рассказываю о себе, о Роклане. Найдите их у нас на канале.
Речь идет о том, что я тоже... О, отлично, Яматор-Корп. Что я сам тоже играл. Играл до этого. Играл до этой игры. Как я их называю, ходилки, стрелялки, бродилки, стратегии такие незамысловатые. Ну, чисто убивал время. А потом вот два года назад, скоро два года, да, друзья, я всего два года в игре, вот подсели на эту игру. Подсел. Или подсадили меня, ну, не знаю, как правильнее сказать, наверное, все-таки подсадили. Ну, и вот два года из моей жизни я в этой игре. Ну, чат пока как бы так, вяленький. Матов пока не наблюдается. Да, наш авианосец... Ой, тьфу, чур, меня дирижабль немножко опережает. Ну, только немножко. Минотавр его пихает. И, по-моему, все. Может, кто-то еще, но не видно. Генда там пытается что-то. Наполе идут в догон. Кремль вот обошел по флангу. По левому флангу, если от нас смотреть, обошел. Наполе там где-то отметка. Ой-ой-ой. Это что-то означает? Это означает, что там у нас кто-то есть. Подозреваю, что эсминец, потому что его больше нигде не видно. А эта зараза туда просочилась. Так, здесь начинается поединок нашего подводника и двух крейсеров. Минотавр и... Да, Минотавр. Второй пока еще вне зоны досягаемости. У нас пока один фраг. Минотавр. Блин, противная лодочка. Такая противная. Ну-ка. Ай, блин. Первые прошли мимо. Вторые тоже мимо. Ай-яй-яй. Неприятно. Так, Нетун пытается исправить ситуацию. Пошла одна торпедка, пошли следующие торпедки. Обратите внимание, как он красиво перекрывает торпедами возможные пути следования Минотавра. Ну-ка посмотрим за результатом. Что у нас тут? Нет, Атмансит. Вот чувствую, блядь, матерый Атмансит. Тут у нас светит. А, Юшина, ёшкин дрын, блин. Ой, извините, сматерился. Чат здесь в этой игре достаточно. Ах ты, Юшина, да? Ах ты, Юшина. Не надо светить. Вот тебе. Какие торпеды, блин. Ё-моё, плюха, нефть. Пришлось погрузиться. Очень активно играл на поверхности. Тинитун. Господи, как я хочу хотя бы процентов на 10 играть так же, как играют наши подводники. Тинитун вот демонстрирует шикарную игру. Легендарный кошмар. Спрут. У Макса хорошие показатели. Интересно ребятам играть. И главное, что это все мы видим, что воплощается прям в хорошие бои. Ну вот надо играть так. Тут здесь не получится играть как бы полсилы, ковыряя в носу. Приходится вот так вот играть. Наверное, левый веер никуда не дойдет, а вот у правого есть. Да, отлично, отлично, отлично. Шикарно просто. Три торпедки ловит. Немного для него, но крайне неприятно. Он еще тут пытается кидаться авиаударом. Ну, какая красивая лодка. И фактически беспомощная. Я про Кремль говорю. Хотя, если вот посмотреть на состояние... Ну, наш впереди дирижабль. Тинитун сейчас будет их не блокировать и еще кидаться торпедами. Дирижабль противника. И пихать еще наш. То есть вот красивый заход, обратите внимание, по линии.
вот так вот. Мы тормозим вражеский, немножко подпихнули свой. Ну, игра достойная прям того, чтобы записать и показывать, как... Ух ты, один еще противник ушел. То есть 7 против 5 у противника у нас живых. Ну все, это скорее всего победа. Если там Бургундия с комиссаром ничего не изобразят около порта, я думаю, они не изобразят. Победа даже не по фрагам, а скорее всего по тому, что долетит дирижабель наш первым. Интересный бой. 200 урона без малого. Скорее всего, сейчас еще он кого-то доберет. Все-таки нацелился на Минотавра. Мерзкая такая лодочка. Что-то квинтэссенция каких-то там, допустим, Смоленска, Брисбана, там кого-то еще. Ну, прям мерзопакостная. Демир, ЛС, прям все вот это вот. Да, рассеиваются. Нет, был захват. Но это временно. Хотя, по-моему, одна левая попадет. Нет! Ничего раздает. Тинетун налево-направо торпеды. Прям, ну, надо забрать вот эту лодочку. Я про корабль. Ой-ой-ой. Про сам корабль, а не про игрока. Порт. Кремль все-таки в порт ушел. Ну что, надо добивать Минотавра тут. Ой-ой-ой. Че, не наведутся? Блин, да что за жизнь? Все, но не наш фраг. О, там Наполи припарковалась у острова. Ничего не может помешать победе, в нашей победе в этом бою. 257 тысяч, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сколько, интересно, чистого будет. Ну, конечно, в предыдущем бою 4500, они просто, ну, не то что поражают, они шокируют. Которые набил Тинетун. Редко такие цифры появляются. Как бы вот морально я готов на 2,5, привык уже к 3, что демонстрируют подводники клана Квант. А вот 4,5, ну это прям как бы выдается заметно. Выходит за рамки привычного. Так, что у нас тут с комиссарчиком? Комиссарчик воюет, куда-то стреляет. Наводит суету бесполезную. А торпедки-то вот они идут. Тем более, что засвет 50... Ой, в смысле, 54 секунды на нем еще будет сонар висеть. 47. Ой, добавляет. Да, добавляет. Тинетун все-таки правильный. Ну. Нет. Не заберет он его. В смысле, не дадут. Ну да, пускай живет до следующего раза. Итак, 257 и 390 чистого. Тоже очень хорошо. Очень хорошо. Ребята, я надеюсь, все поняли, что я сказал. Есть хорошие реплеи. Находите нас, находите меня через ребят, либо напрямую. Через ребят я имею в виду соклановцев наших. Не обязательно это должны быть подводные лодки. Все, что есть красивого, присылайте. Всем добра, всех обнял. До новых встреч, до свидания.